celebration. Рад вас видеть. Очень чудесный, ожидаемый. Но я не знал, что так получится. Если быть честным, то мы уже знакомы 19 лет. Поэтому... В декабре 15 года будет 19. Да, будет 19 лет, поэтому мы немножечко перелетели к совершеннолетию. Но поскольку мы не праздновали совершеннолетие так широко, ну, извините, пришлось это сделать. Поэтому, да... И хочу рассказать немножко истории. 96-й год, чистые пруды, очень холодный декабрь.
я пою с Moscow Band'ом свою программу, и вдруг, неожиданно для меня, это было тогда очень неожиданно, заходит совершенно какой-то маленький такой ангелок, очень маленький, очень худенький, с большими глазами, и смотрит на все вот так. Ее удивляло все. Ее удивляла французская программа, которую она, кстати, пришла петь. Ее удивляло такое, как это сказать, отношение правильное с любовью, когда человека видишь, как-то очень осторожно к нему, а здесь нет, потому что ее невозможно было сразу не полюбить. Невозможно. И я сразу понял, вот как здорово, что я с этим человеком однозначно подружусь, но я не знал, что настолько сильно и настолько серьезно, знаете, бывают отношения, человек может быть мужем, женой, но у нас с Этери отношения именно такие, что мы действительно очень верны, особенно верны друг другу. По жизни, в творчестве. И вот уже почти 19 лет мы вместе, мы поем, мы творим, мы дружим, мы помогаем друг другу. Давай уже что-нибудь уже оттуда. Браво! А мы как впервые на концерте спокойно стою и слушаю, как красиво ты говоришь. Нет, я не впервые это слушаю, я слушаю уже 19 лет почти. Друзья, я благодарна судьбе, что в моей жизни появился такой партнер, Андрей Солод. Мы спелись в прямом и переносном смысле этого слова с первых нот, с первых дней нашего совместного музицирования. И действительно все хорошие и плохие, плохое тоже было в нашей жизни, потому что без этого не проживает ни один человек. Мы проживали все это вместе. И первый кризис, и второй кризис, и третий кризис. Да, не дай Бог больше, но я думаю, что эта дружба... Почему сегодняшний концерт называется «Совершеннолетний дуэт»? Потому что он совершенно летний в такую почти зимнюю погоду. И он совершенно летний, потому что 18 нам уже исполнилось, наша дружба. Мы сейчас вспомним все старые песни, с которых начиналась наша дружба. И, безусловно, споем новые дуэты, которые мы совсем недавно... внесли в наш репертуар. Вот честно, в таком концерте мы, наверное, не думали, если бы не действительно прошло 18 лет, а давай, это было вот так. И мы фактически эту программу готовили, наверное, месяц, но жили с мыслями... Прожили ее 18 лет. Поэтому, как говорят французы, самое главное в нашей жизни – любовь. А все остальное – слова. Это первая песня, которую я услышала в исполнении Андрея «Вальт клубе ностальжи». Игорь Олегович, если вы нас смотрите, у нас есть, кстати, онлайн-трансляция, вы можете об этом передать вашим друзьям, которые не смогли сегодня приехать, чтобы они смотрели на сайте клуба Алексея Козлова прямую трансляцию. Игорь Олегович Бухаров, я обращаюсь к вам. Спасибо вам за то, что вы были первым человеком, который сделали арт-клуб с таким удивительным названием «Ностальжи». И вы были фактически основоположником живой салонной музыки в Москве. Пароли. Поем вместе. Thank you.
сорвать, так сказать, ваши аплодисменты в адрес удивительных, потрясающих, уникальных в своем роде бриллиантов российской музыкальной культуры. Вот эти красавцы объединены в группу «Коварный Гарри». Лучшие из лучших. Чуть позже каждого из них представлю поотделиться поименно. Да, 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 можно еще. Thank you.
Это Эрик, ты где? Так вот, сейчас мы... 2013 год. Объявлен кастинг на замечательный мюзикл «Мама Мия». Объявлен кастинг, да. Нет, не то, что он тюрьме посмотрел. Кастинг был уже второго захода, скажем так, мюзикл «Мама Мия», потому что первый сезон, точнее два сезона, мюзикл с огромным успехом прошел в Московском дворце молодежи. Я посетила этот мюзикл, я просто увидела, нас пригласили друзья, которые играли в мюзикле, и просто я поражалась мастерству этих людей, как они одновременно, знаете, просто фактически стоят на ушах и одновременно поют, и все это делают безупречно. Поэтому, конечно, где-то как-то в глубине души желание играть в мюзикле было, но кастинг мюзикла «Мама Мия» второго захода, скажем так, был ровно тогда, когда я только что стала мамой. Соответственно, вы представляете мои формы, представляете мое желание что-то творить. Нормально, но она были формы. Ну хорошо. Андрею нравятся все мои формы. Начиная с 96-го года. Это настоящий друг. Я знаю все твои формы. Я знаю все. Ладно, не буду песню пустить. В общем, и я вроде как хотела, но, с другой стороны, Андрей мне звонит: что сидим, кого ждем? Кастинг скоро закончится. Я говорю: ну куда мне сейчас, у меня ребенок? С тебя же не убудет. Просто подай заявку. Вместе отбирали фотографии, вместе. Чуть ли не Андрей отсылал мою анкету. Хорошо, Андрей отсылал мою анкету. Андрей отсылал мою анкету, и в итоге опускаю все перипетии кастинга. После каждого тура, которого я думала, что я провалюсь, не пройду. Но, тем не менее, мне посчастливилось играть в первом составе мюзикла «Мама Мия». И посчастливилось познакомиться, играть роль Рози. Там была такая героиня очень забавная, ну, собственно, очень похожа на меня. И мне посчастливилось познакомиться с когортой удивительных людей, которые трудятся в поте лица для того, чтобы был театр, для того, чтобы был мюзикл, для того, чтобы этот жанр стал популярен у нас в стране. И я с огромным удовольствием, если Андрей позволит, приглашу на эту сцену звезду, не побоюсь этого слова, мюзикла «Мама Мия». Потрясающую, и не только мюзикла «Мама Мия», послужной список этой актрисы и певицы. Это на самом деле так и есть, она звезда российских мюзиклов. Да, звезда российских мюзиклов, просто я с ней играла. А да, я с ней играла в одном мюзикле. «Мама Мия». Наталья Горецкая! Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада вас видеть здесь, я очень рада, что на этот замечательный юбилей вы пришли сюда и счастливо здесь присутствовать с этими двумя, не побоюсь так сказать, гениальными вокалистами. Потому что мне, для меня честь была познакомиться с Этери, и она была настолько органична. Я до этого играла 2 года в первом выпуске мюзикла «Мама Мия», и там была замечательная актриса Лена Казанинова, Царство Небесное. И вот мне было сложно представить на этом месте кого-то другого. И вдруг рядом со мной появляется вот эта теплая, такая милая, такая добрая женщина, грузинка, которая несет в себе вот то, что нужно на греческом острове. Понимаете? Вот эту теплоту, вот это вот радушие, хлебосольность. Знаете, она нас кормила. Она нас кормила в перерывах между дневным и вечерним спектаклем. Элементарно. Вот. А с Андрюшей мы, оказывается, были гораздо раньше знакомы. И он меня помнил, я нет. Вот. И когда вот это творческое трио завязалось, и мы начали петь вместе, я поняла, что мы созданы друг для друга. Да! На самом деле мы с Наташей созданы друг для друга с 2010 года. А Этерик к нам присоединилась уже в 2012, да. В общем, мы споем. Как ему выбирать? Удивительных песен, когда звучала мюзикл «Мама Мия». SOS! Well,
Мы тебе красиво подошел аплодисмент удаляется. Наталья Горецкая, Андрей Солод. За много лет дружбы мы обросли не только общими друзьями с Андреем, не только общими фактически же родственниками, но и новыми авторскими песнями. Я счастлива, что имела честь записать очень много бэкграунда для песен Андрея, бэк-вокал, одним словом, что-то я за умную славу еще говорю, для его альбома. И до сих пор как-то с щемящим таким ощущением сердца я переслушиваю эти записи, где звучат мои пальчики, аккорды. А также у меня появилась возможность, желание и что еще появляется обычно? Все для того, чтобы иметь свои собственные песни. Я рада представить вашему вниманию песню «Строчки» на стихи замечательного бакинского исполнителя. Его зовут Эмиль Алиев. Yeah, she loves.
решил или с кем-то посоветовался, потому что эту песню мы с тобой пели уже много лет назад, да? 300 лет тому назад, а сейчас ты эту песню достойно поешь вот с этим замечательным, талантливым певцом. Зовут его Артем Амара, я думаю, что будет совершенно правильно и справедливо, представив его тем самым и дать ему возможность спеть эту песню, потому что он делает это замечательно, плюс аранжировку он придумал на эту песню сам. Музыка Александра Клевицкого «Не за себя молю» поет Этери Беряшвили и Артем Амара. Друзья, можно пока звучит вступление, я просто скажу,
В этой песне были слова. Слова, кстати, в песне «Я за себя молю» принадлежат Елене Орловой. Есть такая поэт-песенник. О, Господи, как же это не по-русски звучит-то. Такая поэт-песенник, но... И я счастлива от того, что сегодня на концерте присутствуют два моих крестника. Первый, а также второй. Поэтому не так, не за себя молю, а за тех, кто дорог мне. За вас я молю, конечно же, мои дорогие, и за всех вас, друзья, потому что песня сродни молитве. Когда мы что-то говорим, мы зачем-то выходим на эту сцену, когда меня спрашивают, а вы можете с нами позаниматься? А зачем? Первый вопрос, который задаю, зачем вы начинаете петь? Что вы хотите сказать этим? И вот каждый человек, ну, мы уже для себя решили, я поняла, уже за свои 25 уже решили, зачем мы выходим на эту сцену, зачем мы что-то несем, наверное, в этот мир, что-то хорошее, где-то что-то, наверное, плохое, потому что кто-то иногда плачет. И песня, которая сейчас прозвучит, она написана удивительным композитором из Санкт-Петербурга. После исполнения песни я вам скажу всех авторов. Что ж, опять ты хочешь старые играть? Маски и грим, все как вчера. Понять пора, мне больше не нужна игра. Слышишь, шепчу тебе.
И ты, Игоря Швили. И ты, Ирина, ну я тебя с удовольствием оставлю. Еще раз. Я оставлю еще. Да. Друзья. Пожалуйста. Да, да, да. Иди сюда, иди. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Друзья, вы этого человечка видите? Его зовут Леон. Подарите. Мне, во-первых, приятно, что он грузин. Во-вторых, мне приятно, что то, что составляет мой, я не знаю, стиль и стиль Андрюши, сделано руками вот этого человека. И он удивительный стилист. Талантливый человек. Вчера мы были у него, и такие красивые сегодня специально подготовились для встречи с вами. Спасибо огромное. Ты меня оставляешь, да? Хорошо. Наконец-то я могу. Что? Что за Славская? Что? Вот что? Я могу сказать такую вещь. Прозвучит еще одна моя песня, которую написала года, наверное, 4 или 5 назад. И я могу, вы знаете, как не вот туда смотреть в интернет, а могу протянуть руку и сказать, автор текста находится в этом зале. Это моя сестра Кэти Берешвили. Самая красивая, самая кудрявая девочка. Это моя сестра младшая. Она удивительно талантливый человечек и пишет потрясающие тексты. Ну, Кэти, я хочу тебя порадовать, сейчас ты услышишь. И можешь передать в Тбилиси, как русские люди поют грузинские тексты. Сейчас, садитесь, Кэти, пожалуйста, вот сюда. Будь ей на ухо. То, что мои красотки, мои подруги быстрого реагирования. Элина Заславская, Юлия Самохина. Сейчас два поэта друг с другом. Итак, песня называется «Ушеноба». Песня на грузинском языке. Без тебя. И к небошерцы. Розагитаме, да да уже узиро твалепс и к небо шерсти, розагиланде, ще сиклану зеву абем твалепс и к небо шерсти, и к небо шерсти, пихта море вимок давце сина, ще уздоме. Ще у стомерлі в холод хвертвія, і хнева шестрі, піх та море вимов дав це сія. Ще у стомерлі в холод хвертвія, і схомертвія. Воно горміда, все воде ахла, уше нотопна цаме вас утрис, вело дише. Ich kann nicht mehr schätzen, wie ich da vorne wie Mondanze.
Виашвили. Спасибо большое. Кэти Виашвили. Автор текста. Знаете, вот в нашей семье товарищей и коллег попадаются люди, которые настолько своим светлым, такой светлой энергетикой, светлыми какими-то чувствами, добротой, верностью окружают нас, сглаживают какие-то острые углы. И я не хочу много говорить об этом человеке, об этой великолепной, потрясающей певице, которую я обожаю, которую Этери обожает. Она наш замечательный, любимый друг. И всегда, когда она с нами, когда она рядом, вы знаете, просто становится жизнь еще прекраснее, еще светлее. Она талантлива, она замечательна. И с огромным удовольствием я хочу вам представить... Давай вместе скажем. Да. Екатерина Балыкбаева! Я тронута. Просто можно я скажу тоже два слова буквально? Огромное спасибо, во-первых, что меня пригласили на этот замечательный концерт. Я хочу сказать при всех, что я очень дорожу такой дружбой. Для меня большая честь на самом деле, во-первых, дружить с вами и знать то, что вы меня считаете своим другом. Огромное спасибо. Дорогие друзья, Андрей Солод и Этери Виашвили. Thank you.
которая не оставляла покоя ни меня, ни Андрюшу. Когда мы ее репетировали, это говорит вот о человеческих качествах Катюши Блэкбаевой. Куда позовете, в смысле, вот на какую песню позовете, я вот помогу, чем смогу, говорю, голосом верхним. И когда мы поняли, что мы эту песню можем спеть втроем, родилась вот такая версия песни «Calling You». Да, именно «У», потому что когда я услышала нашу запись, я тоже поняла, что это «У». Очень, очень нервотрепательная песня. Трогайте. Oh!
Минут. 15. Кто меньше? Спасибо. И снова здравствуйте. Как радостно, что нас не было привода, по-моему. Take good care of my heart.
Я же обещала, что Артем Амаро еще раз появится на этой сцене. Это я обещала. Хорошо. Вот так и дружим. Все, вот так все 19 лет, с тобой невозможно договориться. Ну, хотя говорим одно и то же, но все равно невозможно договориться. Хорошо, Андрей обещал, что Артем Амаро еще раз появится на этой сцене. Так и он вас не обманул. Артем Амаро уже появляется на этой сцене. Уже появляется на этой сцене. Вот, пожалуйста. Смотрите, нас все больше и больше становится. Travel the world.
Человек, который сейчас выйдет на сцену, он даже не знает об этом, вернее, даже она. Вы знаете, мы вчера сидели вместе с Этери, верстали программу, и вдруг, неожиданно, ей прислали такую демо-версию одной очень замечательной грузинской песни. И я у нее спросила, с кем ты это поешь? Она говорит, с Кэтино Гриашвили. И поэтому сейчас, Кэтино, выходи на сцену. Важно все услышать это искусство. Это две сестры. Давай. Заставляй. Не доводи так. Сейчас произойдет что-то чудесное, что-то волшебное. Вы сейчас сами все поймете. Кэтино Гриашвили, Этери Гриашвили.
Это вам Гриашвили. Это не может быть, это вам Жузеппе Гриашвили. We didn't know.
вино, были вино. Спасибо большое. Вот даже пытаюсь найти слова, я не могу совершенно. Найду потом. Эти вещи. Да? Ты поешь. Deep in my heart was a
автор музыки и текста находится в этом зале Майкл Найт. Юный трубадур, который вырос в Америке. Просто он очень высокий, его и так возможно. Майкл Найт. Автор программы Voices of Love, где, собственно, звучала эта песня, которая называлась Something Devilish. Какая следующая песня? Подождите. Вот это вот можно вот сейчас вот далеко поставить, потому что уже... Миша, прости, Майкл. Я все-таки напутала текст твоей песни, но меня уже прощают все. Друзья, этот номер в нашей программе для меня особенный. Особенно-особенно-особенный. Потому что на сцену сейчас выйдет царица. На сцену выйдет моя подруга. Женщина, мать троих сыновей. Удивительная, красивая, которая очень тонко чувствует, из-за которой я очень-очень страстно болела в проекте «Голос 3». Пока она царственной походкой, далеко не летящей, продвигается по гримёрке, да? Она же царица. Позвольте представить. У нее удивительное имя. Зовут ее Айкю! Ой, после такого объявления так сложно было ходить, так стесняться. Ну, еще сложно потом. Что? Добрый вечер. Любому артисту очень приятно видеть лица. И чем больше этих лиц мы видим, тем приятнее на душе становится. Всем спасибо. Спасибо моим друзьям, что они пригласили меня на этот замечательный концерт. Что? Я всех понимаю, только его не будем. Что? Еще раз? Где камера, смотри, детка, он сказал. Ну, все, начинаю. Вы здесь, не уходите, пожалуйста. Вы мои ангелы-хранители. Ну, я вспомню песню, которая была заключительной моей последней песни на проекте «Академия». Ой, «Голос». Я просто участвовала в таком проекте тоже, поэтому я спукала на проекте «Голос». Она любит быстро, а я люблю медленно. Хорошо, простите. Yeah.
Я бы много ее сказала, но потом, потому что займу много времени. Занимайся. Потом. Агюн, ваши нереальные аплодисменты. Ночной землёй.
скончалась недавно ушедшему замечательному музыканту Батухану Шукенову. Пусть будет земля ему пухом. Таких музыкантов, таких звезд не забывают никогда. Поаплодируйте, он все слышит. Спасибо. Знаете, наступает очень волнительный момент для меня, для Этери. Ровно 13 лет назад мы записали эту песню. Эта песня гораздо родилась раньше. Эту песню написал Александр Клевицкий. И возникла такая идея спеть ее... Скажи, кто такой Александр Клевицкий? Зачем ты не знаешь? Все знают. Вы иди сюда, и будем рассказывать. Ну, да. Я не понял, что ты там сидишь. Александр Клевицкий, заслуженный артист России. Деятель искусств Российской Федерации. Дирижер. Художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого Концертного Оркестра имени Юрия Силантьева. Зачем ты меня звал? А ты меня вдохновила. Вспомнил себя. Дамы и господа, с огромной гордостью и радостью я приглашаю на эту сцену наших давних друзей, любимых, самых лучших друзей, самых верных друзей. Это великолепная вокальная группа Акапелла Экспресс. Давайте поименно прямо сразу перечислим, чтобы вы знали. Екатерина Надарейшвили. Добрый вечер. Виктория Широкова. Руслан Мустафин. Макс Костра. Покажите, Джонни Деппа. Ладно, не, да, хорошо, шутка уже устарела, ладно. Бас и художественный руководитель группы Акапелла Экспресс Андрей Туник. Обычно мы это делали раньше в самом конце выступления, но сейчас... Извините, порушила сцену. Итак. Если страшно нам боль в лице,
песня вскрикнет в тишине. Началась с Этери. У нас еще раньше, и, естественно, с Андрюшей Солодом еще раньше началась, чем... Еще раньше. Боже мой, сколько лет мы знакомы, сколько лет мы дружим, поэтому мы, конечно, не могли не прийти сегодня на этот вечер замечательный, теплый, чтобы не спеть акапелла наши самые любимые песни. Seems so far away. Ooh.
Роман Трофимов, звукорежиссер, группа «Акапелла Экспресс». И позвольте представить еще Евгений Пеневич, звукорежиссер. И вообще сегодня просто самая фантастическая группа трудится над... Напугана. Трудится над комфортом ваших ушей, сердец и так далее. Я так понимаю, что сейчас прозвучит песня, очень красивая песня. Если найдется наш замечательный клавишник. Егор Дергачев! Подождите, давайте, это несправедливо. Вы не знаете поименно тех, кто украшает на самом деле этот концерт. Егор Дергачев, клавишные инструменты. Дмитрий Власенко. Ударные. Красавцы, вы уже знаете. Владимир Крыжановский. Антон Ревнюк. Как ни странно, бас и фактически музыкальный руководитель. Мы его называем Владыка. Со страхом. Он хороший, добрый, очень ответственный. Просто потрясающий музыкант. И есть такая маленькая. Александр Попий, гитара. Слушайте, а почему так и вы устали? Да, друзья, я всю жизнь фактически мечтала о том, чтобы стоять на одной сцене вот с этими удивительными ребятами. «Сезон дождей» называется песня, которая потихонечку ведет к завершению нашего концерта. Дети, у нас сегодня очень много детей в зале. Не переживайте, скоро все. Мы закончим, и вы пойдете спать. И по воде плывут воспоминания лодки.
А теперь позвольте передать микрофон в руки знойной женщины. По-моему, каждый праздник, этот праздник совершеннолетия. Кстати, Ксения, первый, я второй. Значит, каждый праздник совершеннолетия, он должен заканчиваться каким-то сюрпризом. Фейерверк. Нет, фейерверк не разрешили в спорткомплексе Олимпийский. Да, разрешили только свечки. Я хочу сказать про вас, про то, что я вас знаю много лет, и я вообще удивлена, что вот такой вот совместный проект, он первый раз. Я увидела Этели первый раз в составе группы Акапелла Экспресс, и я сидела и не понимала, где инструменты. Почему все поют, а нет инструментов? А что касается Андрея, это вообще у нас уникальный голос страны. Почему его не было ни в «Голосе», ни на каком канале? Ну, пусть они работают сами, занимаются своим делом. Я очень вас люблю. Я обожаю вас дуэт, ваш дуэт. И поэтому я хочу сделать вам подарочек. Подарок в студию. Кто хочет, может сфотографировать, пока он цел. Я вас люблю. Я вас поздравляю. Это Елена Медведева, наш верный, добрый друг Леночка. Спасибо тебе. Мы действительно не ожидали, а уж тем более это фото. Пока не надо, это есть. Forever, forever.
Спасибо вашим детям, здоровья вашим родителям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.